За один день специалисты Института Маники провели обследование и скорректировали план лечения 28 пациентов из развилки. Получить квалифицированную помощь пришли как диабетики с подтвержденным диагнозом, так и пациенты из группы риска. Жители поселка на месте сдали анализы, мгновенно получили их результаты, а также подробные консультации эндокринолога и офтальмолога. То, что приезжают сюда врачи, это очень хорошо. Очень хорошо. Во-первых, те люди, которые не могут ни доехать, ни дойти, как, например, я. Это очень мне очень импонирует, как говорят. Вот. Болезни у меня полно. Медики развилковской амбулатории рассказывают, впервые работают с областным учреждением в таком формате. В ближайших планах пригласить в поселок узких специалистов-онкологов, отоларингологов, педиатров и других врачей Института Маники и ВРКБ. Цель таких выездных приемов – сделать квалифицированную помощь доступной для жителей отдаленных районов. Туда не каждый пациент может попасть. То есть нужно подождать талон, записаться, потом поехать. А тут как бы удобно, специалисты приехали сами в один день, посмотрели. Специалисты у нас приезжают разные. 5 июля у нас будет эндокринолог штатный наш. 7 июля у нас будет онколог. 19-27 июля у нас будет отоларинголог. 26-го будет эндокринолог, онколог и детская выездная мобильная бригада. То есть еще и деток будут осматривать. Узнать подробное расписание приезда узких специалистов можно в амбулатории поселка по телефону или в регистратуре. Запись на выездные приемы ведет врач-терапевт и медсестры амбулатории. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.